О чем сегодня мы хотели поговорить? Счастливые отношения. Миф или реальность? Бывают или не бывают? Принимали ли вы желание денег за желание выйти замуж? Ведь часто так бывает, что женщина видит в мужчине решение своих проблем. Я несчастна, он сделает меня счастливой. Я одинока, он сделает меня не одинокой. Я бедная, он меня сделает богатой и так далее. Ну, в общем, 80 с чем-то процентов принимали желание денег за желание замужества. Понимаете? И это классно, что люди это осознают. Потому что, когда мы что-то осознаем, мы его выводим на рабочий стол. Оно сидит внутри, оно нами управляет. Мы выводим его на рабочий стол, чтобы разглядеть систему. Мы должны выйти из нее или вывести ее из себя на шахматную доску, да, посмотреть, что там происходит вообще. И тогда мы, как режиссер, как шахматист, сможем этим руководить. Если оно сидит внутри, у нас там происходит внутренняя большая коллективная драка, и, как правило, мало что вообще понятно. Счастливые отношения, конечно же, бывают, бывают. Почему же это редкость? Потому что зрелых мало, потому что нас не учат отношениям. Да? Отношениям нас не учат. И это сложно. Мы себя не знаем, и мы очень часто не умеем себя узнавать. Мы даже не умеем себя узнавать. У нас нет инструментов для того, чтобы себя узнать. Раньше было много «должен». Ты должен. И это все облегчало, это отменяло какую-то рефлексию, философию, уход куда-то. Тупо надо, и все. И это спасало от всяких рассуждений и разных страданий. Это надо для того, чтобы выжить, или для того, чтобы жить хорошо, в зависимости от сословия. Это просто надо. Поэтому, что называется, одной проблемой меньше. Надо, не надо, что делать, любовь, не любовь. Вот просто тупо надо. Этот ходит, под себя не ходит, этот там достойная пара, все, партия, раз и все. И это действительно была необходимость. Это действительно была необходимость. Быстро поженились, быстро родили 10 детей. 10 детей – это 20 рабочих рук. Да? Все, поле от заката до рассвета, от рассвета до заката – пожалуйста, копай, кидай дальше, отсюда до забора. Все, нужны были рабочие руки, нужно было выживать. Одному человеку жить было очень сложно. А тут сплочение. Дорогие девушки, я счастлива пригласить вас на мою новую программу «Идеальные отношения». Как всегда, для тех, кто присоединится, первым самое выгодное предложение. И действует оно сегодня. Спускайтесь по ссылке и смотрите. А я расскажу вам, что же будет у нас на программе. У нас будет три блока. Блок «Женщина», блок «Мужчина» и блок «Отношения». В блоке «Женщина» главное внимание мы уделим женским слабостям. Почему женщина несчастна из отношений в отношения? Или почему она несчастна в одних отношениях на протяжении долгого времени? И что же с этим делать? Также мы разберем обиды на мужчин, которые связаны с обидами на отца, соперничество с матерью. Почему вы впадаете в маленькую девочку раз за разом? И это плохо для отношений, потому что в отношениях мужчине нужна кто? Женщина, правильно, не девочка. Тело помнит все. Травмы, которые зашифрованы в теле, поработаем над ними. Ценности и стыд, наша любимая женственность, конечно же. Блок мужчина. Кто он такой, его сила, его слабость, его ценности? Что с ним делать? Как находить общий язык? Желаемый портрет для тех, кто в поиске. Как стать для него видимой? Для тех, кто в поиске, для тех, кто уже в отношениях, тоже подходит. И разберем, кто вам точно не нужен в отношениях. Следующий блок – сами отношения. Слова, эмоции, интерес, любовь, защита границ, как правильно критиковать, говорить о проблемах, переживать кризис,
Конечно же, затронем роскошь гибкости. Обязательно. Как же без нее? Ревность, измена и высокие отношения. Я могу доработать программу, потому что сейчас идет опрос о том, что же вас волнует. Присоединяйтесь. Я буду очень рада снова поработать с вами и для вас. Сегодня, когда современный человек лишился поля от рассвета до заката, уменьшилось количество физической работы, он получил возможность больше думать. Он получил возможность думать. Это первое. Второе. Он лишился необходимости выживать. Человек сегодня, даже если этот человек женщина, он прекрасно выживает один. Понимаете? Многие наверняка это ощутили на себе. Несмотря на то, что общество еще по старинке давит, что надо, а что надо, кому надо, непонятно. Да? Но это генетический код. Надо срочно, чем быстрее, тем лучше и так далее. Быстро испорти себе жизнь и уже успокойся. И будь как все. Будь как все, общество сказало. Отлично. Так вот, сегодня, когда человек лишился большой физической работы и приобрел время и возможность для того, чтобы думать, он себя ощущает гораздо несчастнее, чем раньше. Появилось время рефлексировать. Там, где много думаю, да, начинаю видеть недостатки. И несмотря на то, что все мы относимся к золотому миллиарду, мы не в Африке, мы не пьем воду из лужи, мы не болеем какими-то страшными болезнями, мы не лепим кирпичи с 5-летнего возраста и так далее, нас это не спасает. Мы все равно несчастны. Очень часто бываем сегодня. Да? А все почему? Потому что человек много думает. Так вот, это уже не изменить. Надо понять, что мы приехали туда, куда мы приехали, благодаря эволюции, и назад мы уже не вернемся. И то, что когда-то работало, надо. Сегодня надо, уже мало спасает, потому что появились те, кому не надо. Появились те, кто живет так, как хочет, а еще и показывает это, негодяй. На всеобщее обозрение. И люди начинают подозревать, что надо – это не последняя инстанция. Надо не спасает от несчастья. Надо, да, я подозреваю, что меня просто обманули, когда мне сказали «надо, надо, надо». И где я нахожусь сейчас, и что я сегодня имею, и что с этим совсем делать, да, со всей этой кучей малой. То, что работало раньше, сегодня не работает. Раньше отношения были скреплены четким «надо», и человек не рассуждал. Сегодня появилась свобода, самостоятельность, возможность жить счастливо одному, поэтому человек сегодня выбирает. И выбор очень часто рождает, опять же, муки. Детям, инфантильным людям с «надо» проще. Проще с «надо». Отсюда очень много писем. Муж мне изменил, что делать? Да? Казалось бы, кому изменил муж? Почему вы у меня спрашиваете, что делать? И это вопрос, я не против вопросов. Вопрос – это инструмент. Но этот конкретный вопрос, муж изменил, что делать, это что такое? Перекладывание ответственности. Расскажите мне, что делать, потому что я не хочу принимать ответственность на себя. Я не хочу думать, как мне поступить. Расскажите, раздайте мне очередное «надо», и я буду жить дальше по какой-то инструкции. Это что такое? Это детство. Это детство. Но даже дети все-таки уже подозревают, что, где-то есть какое-то счастье, которое им не достается, потому что они не берут ответственность на себя. Счастливые отношения возможны. У кого? У счастливых людей. Да? Счастливые отношения возможны у счастливых людей, когда человек знает более или менее, понятно, что счастье – это такая плавающая категория, в нашу жизнь постоянно приходят события, в нашей жизни есть гормоны, в нашей жизни есть другие люди, это вот такое плавающее состояние, и все-таки, когда мы выращиваем внутри амортизатор от негативных людей, негативных мыслей, негативных событий и так далее,
и знаем, как себя все-таки, да, раз, все-таки более или менее держать в одном градусе счастливости. Это про кого? Это про человека, конечно же, взрослого. Где нет ответственности, нет самостоятельности, счастья не будет. Потому что мы не знаем, кого делать счастливым. Там нет человека. Там нет человека. Там ребенок. Это не целый человек. Не целый человек. Да? Здоровый, конечно. Здоровый. Понятно, что все мы жертвы жертв. И здоровый сегодня – это как минимум осознающий свои болевые точки. Осознающий свои болевые точки. Это то, что я хочу добавить в новый тренинг по отношениям. Спасибо, кстати, всем, кто поделился, начал вспоминать, какие тренинги по отношениям они проходили, как помогло, либо достигли цели, вышли замуж, или сделали отношения счастливыми, наконец-то подружились со своим мужем, или находятся в процессе достижения, да, мы все разные. Так вот, базируясь на консультациях, я хочу добавить, как-то сгруппировать слабые места женщин, и что с ними делать, почему из отношений в отношения кто-то, например, несчастен, несчастен или несчастен в одних этих конкретных отношениях. Так вот, здоровый, стремящийся к здоровью, видящий свои слабые места и работающий над ними. Конкретно здоровый, скорее всего, у него нет запроса, он уже все решил, по крайней мере, в этом контексте, все. Но все-таки приближающийся к здоровому, на пути к здоровью, прилагающий усилия, человек, осознающий, какой он, что с собой надо делать, чего с собой точно не надо делать. И третье условие для счастливых отношений какое? Человек должен хотеть отношений. И здесь, кстати, не про любовь. Здесь нет ни слова про любовь. То есть для того, чтобы иметь счастливые отношения, достаточно вот этих трех базовых. Конечно, сверху еще совпадение по ценностям, но вот эти вот три базовые: взрослый, здоровый и хочет отношений. Потому что отношения можно строить на дружбе. И это выход для тех, кто когда-то создал отношения не по любви, но хочет их сохранить. Хочет их сохранить. Какой выход? Дружить. Налаживать дружбу. Любви нет. Скорее всего, ее не будет. Отношения хочется сохранить. Значит, ну, дружбу нужно налаживать. Плохая новость, что это должно касаться двух сторон. Это должно касаться двух сторон. Если женщина здоровая, хочет отношений, и взрослая, а мужчина не хочет отношений, да, понимаете? Или нездоровый, или невзрослый. Отношений не получится счастливых. Все. Это как раз к вопросу о том, когда женщина берет очень много на себя и пытается изменить абьюзера, пытается изменить человека, находящегося в зависимости, она взваливает на себя чувство вины, что это она виновата, конечно, особенно если он ее в этом поощряет. Ты плохая. Ты не вдохновительница, ты плохая жена, плохая хозяйка, я тебе говорил и так далее. Или я тебе постоянно говорю. Ломает ей самооценку, и она бегает по тренингам в надежде, что она сейчас станет обладательницей какого-то секрета, и Петя изменится. Петя не изменится, потому что он тупо болен. Ему надо бошку лечить, ему отношения запрещено заводить. Это как садисты мучают животных. Садисты люди мучают людей. Понимаете? Все. То есть это не про отношения. Это про то, что он садист, он схватил собачку, и он ее начал мучить. Все. Понимаете? Да? То есть есть какой-то предел. Есть зона, которая зависит от нас, и она достаточно большая. Но она заканчивается там, где начинается нездоровье или зависимость от мамы, то есть невзрослость, инфантильность. Это мальчик, это не мужчина, это мамин сын. То есть у вас отношения будут втроем, пляски втроем. Он будет плясать с мамой, а вы будете на подтанцовках. Да? То есть вы даже будете не в их танце, вы будете там где-то на задах подтанцовывать. Хочешь стать счастливой с маменькиным сыном?
Ну, как минимум, придется построить рапорт с его мамой. И как минимум, мама должна хотеть, чтобы кто-то был. Как правило, мама не хочет. Да? Ну, то есть такое, ну, очень какие-то запутанные истории, запутанная дорога к счастью почти невозможная. Поэтому пытаться узнать какой-то секретный секрет, что ему такое сказать, ну, бесполезно. То же самое, очень частые запросы, что давно нет отношений, человек не любит, не хочет отношений, и это уже понятно просто со всех сторон. Он тупо не хочет отношений, все, ну не хочет. Рано женился, поздно женился, не на той женился, фиг знает. Ясно одно, он не хочет отношений, у него отвращение уже к ней. А как я могу сказать, денег не дает, не разговаривает, не смотрит, с детьми не играет, приходит, сидит в туалете, потом приходит, играет в игры или идет с друзьями. Все, его дома просто нет. Он там номинально числится, прописан. А что ему сказать, да, то есть вот такое громадье проблем, просто целая помойка. Что ему такое сказать, как начать с ним говорить, чтобы он там начал еще что-то, понимаете? То есть, ну, как можно, как минимум, нужно самой стать взрослой и посмотреть четко на вот этот клубок проблем, который мы имеем. Естественно, вот этот ворох не решается никакими секретами. Что бы ему такое сказать? Говорить придется, если уж мы о словах. Много, долго и нудно. И если была любовь, была когда-то, то ее можно возродить. Если ее никогда не было, но он хочет сохранить отношения, к примеру, ему удобно, то можно минимизировать боль, создавая дружбу. Опять же, она не создается за один день. Не разговаривали, вызвали уже друг у друга отвращение. Еще бы ему такое сказать, чтобы он начал со мной дружить. Да, инфантильный подход. Нет, то, что очень долго нагромождалось, нудно, годами, имеет много составляющих. Также нужно и разбирать, понимаете? То есть нет такого, что я что-то раз, да, и что-то там случилось, получилось. Нет, не будет, не будет. Но стоит ли работать над ними? Конечно, стоит, потому что даже те, кто в конце разрушили отношения, они, по крайней мере, потренировались. Потренировались для чего? Для следующих отношений. То есть я всегда говорю, работайте в любом случае, даже если отношения сдохли, но вы не готовы их разрушать. Не сидите просто на них, не смотрите, когда они развалятся. Да? Работайте над ними. Вот у вас есть котик, тренируйтесь, да? Или у вас есть лошадь, сдохла, но вы пока не хотите с нее слезать. Тренируйтесь. Это хорошее поле для тренировки. В следующие отношения вы уже пойдете с инструментами.